не связывалась. Эх, дурочка, потом слышу, говорите, о, ну и мне, наверное, гадалка не надо. Я сама гадала. Вот и на эти деньги. А потом она собирала между пенсию получает этому Нинке, а сама собирает по могилкам, ходит с кресла, собирает, в Ордатове. Приедет домой, Ванюшку так кормил, Ванюшка-то мере самой телидышкой Саизе. Вот. И мере уж она бегает, и Миша-то ему говорит, вот, мать, ты за эти деньги будешь страдать, мучиться, тебе никто не, горячий чай столько не, никто тебе не даст, Бог тебе накажет. Так и случилось, матери, да? Так сказал, да. Бог тебе накажет. Видишь, ты ходишь по мусорам, собираешь кусок хлеба, кусок гнилой помидорку, огурцу какую-нибудь гнилую. А Бог тебя наказал, ты не пользуешься этими деньгами. Вот. Дом. А я, дурочка-то, дом купил. Квартира купил. Прошлый год уж купил квартира-то. И дочь Эхи, Райка-то, дочь-то не знает. Она приехала, и это самой Нинкин мать-то, Ленушка живая была, и с ней ходит, она хотела оставаться у меня ночевать, это Райка-то, понимаешь? Угу. Райка-то ночевать. Она никак, нет, со мной пойдет, боится, что я расскажу, я все бы хотел рассказать Тенечке, Райке, пусть бы она, Тенеч, пошел кассу, там все ведь известно, вот, там все известно, и бы потребовал, все равно бы сколько-нибудь бы дали. И не допустил, вон, Витя, не говорю, Витя, я говорю, я вот хочу говорить, не связуйся, а Ульмирян не связуйся, надо сказать, надо, да не допускать. И Витя крестной, это Райка-то, и мы курсы оставляли у нас ночевать, она никак не оставила. Вот. И куда мать-то умерла, они схоронили. Они только дома-то у нее, у этой домики схоронили. А наши-то все и вино, и все колбаса, наши-то два брата схоронили, и бабушку-то схоронили, и Ванюшку схоронили, и Мишань схоронили, те день. Вот. И вот и Райка и до тех не знают, что у них такое дело. Я говорю, была грамотная, я бы писала бы целый газет Райки. Вот. Она тоже уж сейчас не очень, она старая. 36-го года. Ну, у нее здоровья-то тоже нету. Операцию два раза делали. А мне все-таки перед смертью хочется бы с ней поговорить. Вот. Она умная, такая хорошая, как отец. А эта Маруська как мать. Такая шалопутная была. Вот этот Миша-то страдал 8 лет. 8 или 12. Не как 12. Я и крепко. 12 не как, а Олёшин. 12. Вот. Никакой помощи, а резиденты никто не пишет. И этот Костя-то, мать-то, с матерью-то тогда дрались все время за эти деньги.
зачем мне посылает? У ней против еще бегой был, бегой. Бегой кормит страдать, а ты не наслаждаться кормотазу. И турильчи, турильчи, чем попадет. И все равно пользуется эти проституткой. Что, теперь уже все, ничего не исправишь? Квартиру купил. И мать-то, это, у Аннушки, сестра-то самой, у этой Нинки, мать-то, ой, иной мужик-то был, деньги много, пенсию много получал, а только она года два, что ли, как умерла. У ней какой талант, это, дурочку-то, проклятой, такой последной. Я сразу, у меня сразу на сердце. Вора, знаете, в тени, лишняя работа, лишняя. Ага, козу куда мерен, магазин, денежка незнакомый. Ну, те проститутка стежерян, те. Моня говорит, не суйся, мать-то твой. Не суйся, не суйся, Христа ради не суйся. Не суйся, а моня говорит, Дима, жалко, чтобы не связывалась с таким мимо дурочка Марта. Ну, Бог уберег. М? Бог уберег. Уберег. Шкипас и репас. Ага. Бог заплатит. Бог заплатит. Вот и эту самую Галянь. А Галяне, значит, мужик-то и эта дура-то, они сестры, братья. Эту... Людка-то, и так какая-то она горбатая. Она совсем стала переходить, матери не говорит, что такой трудно с ней работать. Потом она узнала, а я ей бочку дала с ней. Галя-то боевая умница. А это тут-то. Тут-то. Да, Бог платит. Это сказал Миша Татензе. Вот все равно, Коля, все равно ты не пользуешься, все равно собираешь из мусора куски. А я пострадал, вот живой пришел. А здесь уж дом-то развалился, кое-как она сама жила, и сон в Ордатове какой-то слеп, не совсем слепой, а такой слепой, толстая, с ней все жила, пенсию много получает Маша. Я не сошлись у Маши. Комната дали, и инвалид, она детство, деньги много получает, и они вместе жили. И так и умер. Умер, привезли скоро не чудо. Она всю ночь сидела вот так на эти, а вот где голова, ноги те, всю ночь сидела, мне Мишу жалела. Мирян Миш, он хороший, красивый был, теня. А Миша, я говорю, ты не стыдись, а? С кем живешь? Ладно, режой, ладно, есть что, есть, пипите дает, вино куплю, еще жизнь это идет, куда же, кому я сейчас я нужна? Работать нездоровой, пенсия еще никто не даст. Ладно, ладно, вот и он в тюрьме-то изувечился, и рано и умер.
Ванюшки, еще Алешка, Сергей. Он сейчас в Ардатове. То, что переведи в Ардатове, косвят на нам чего-нибудь работает. Я его не знаю. Ага, сон тенья. А вольца очень нормальную вещь. Не мой стукорки, не мой разговаривал плохо.